ты что скажешь? Хорошо, все. Врывов и так далее. Посмотрите, как нагло сейчас врывается ArtStyle, забегает прям просто. Посмотрите, что творит. Еще бы один койл ему всадили. И как его виспы выхиливают. Что вообще-то? Как потрясающе! Ё-моё, такого мы уже давно не видели. Просто наглый ArtStyle ворвался под тауэр с виспами. Отлично рассчитал именно... Не стоит делать никого. Бежать, Ваня. Хек, тут помогает Дред, включает хил. Не умирать, это хд беда, не умирать, Ваня, купи ТП, покупает себе, видите, что ультимейт торг, и на развороте лохов, да на тебе чего, и вот этого пацана, да на тебе, гад, вот так вот, надо гнаться за ArtStyle'ом. Далеко идет, включает перекачку, пытается улетать, и здесь можно тэпануть эту визу. Дэнди, на ближайший ход подходит визга. Визу, ход дальний. Здесь смотрите, что происходит, цепляет всех подряд, со всех сторон, тут еще помогает. Что творят ДТСы? Ёб твою! Ой-ой-ой, какой фарсплат! Вы смотрите, они убили всех! Они просто убили всех! Ловит пару импетусов несколько игроков от команды E-Home. ArtStyle выживает. 2-2.5, 1.5, 1-0. Ну вот сейчас, да, только он погибает. Тем не менее, Lost делает уже минус. Медведь идет нагрызать. ArtStyle тут продолжает нарезать импетусами. Пытается уйти Шейкер, у него это получается. Но бараки уже сгрызаются. Медведи просто набросились на эти бараки, как голодающие. Шейкер топает. И тем временем ArtStyle просто продолжает тут убивать. Смотрите, бегает со сторонки такой. И по импетусу в тушку так засовывает. И поднимает ветра, минус пупей. Минус пупей. Цепляет Лоста. Ронин умирает. Ронин Лост тоже умирает. Эквал умирает, Арсталин убивает, Эквал убивает, 2-2, пока размен. Начинается драка, здесь толкает хвоста, Шейкер стан, прыгает в толпу, еще один стан. Тотемам нужно убивать хвоста. Хвост умирает, Петер поживает, но хвоста напоминаем у нас Аэгис. Арстал уже даблкил, грязет и Башер срабатывает! Триплкил Арстал! Упей здесь рядом, будет прыв. Выходит здесь два тролля, останутся тролля, полосу, лоб, мандудер, заполняет Танару. Поднимайте тролль, запрыгает хвост, Астарфон. Посаду пить Арсан, врывается с полупоим, хуи. Лоба убил все-таки, пусть, смотрите, хвост, хуи, Мазино умирает, Синелова тоже ловят. Деньги, юза. Come on.
Что ты хочешь сказать своим фанатам перед этим суперважным матчем? Ну что только что... Только что Дэд Эксбек сказал, что они специально вчера снимали, чтобы у вас такой итог, как вы, и показать вам, как проигрывать. Когда команда, то нахуй сейчас уходит. Как? Но они все равно... Никто, понимаешь? Тогда по-прежнему нет, заходит Нави. Панта, тает сердце, втягивает всех на сердце. И надо приватно, сейчас справа. Нави идет сюда, тает сердце, Павел попытается уйти. Мост, побивает Пупе,
today. You were far away. Не надо ждать, добейтесь, барак. Хорошо, на топ побежал Мак Фаник первый, блинками, прыжками. Как отыграл год в этой игре. 600 крипов убил Муши, но это ему не помогло. 10-1-10 у года, 6-0-14 у Габлака, 6-3-9 Мак, 6-4-16 Артстайл. На Винтера просто не обращают внимания. Просто не обращают. Он сейчас будет давать ревейдж, он пытается, чтобы на него отвлеклись. Вот он дал ревейдж. Фаник затягивает Муши, ульт Виномансера, Габлак просто бьет бараки, на пофиг, стан еще сюда, Муши очередной хекс получает, еще один хекс, еще один хекс, еще один хекс. Это просто шикарная игра от Дары. Да, тупили, да, не все получилось так, как хотелось. ГГВП, Дары ради 0. Down the bottom line, yes indeed, they absolutely dare. Actually suffering a little bit, although there's Cleats with the BKB fighting back, says you can't do anything to me, Sand King. A monster kill, a double kill for Cleats, and now X is in some serious trouble. Look at those crits from Cleats, the Daedalus is working its magic, a godlike for Cleats. Заявил, что уходишь из киберспорта, а сейчас решил вдруг вернуться. Я не соврал месяц назад, я клянусь. Я сейчас просто вернулся. Мне надо было сейчас пойти, короче, шлепнуть разочек в киберрене. Давно не был здесь. Навестил. Фитит. А эта курица пока у нас улетает. Кого-то нашли, что ли? Да, находит Арстайла. Пошло замедление. Опять же, отличная задувка от Смайла. Моментально сдувают Дарксира. Гонится дальше за Арстайлом. Летит эта ракета, настигла она его. Ну можно еще медведа пытаться забрать. Арстайл подкеливается. Как много тэмбиджа вливает. Минус 2 делают. Что они вытворяют? Просто посмотрите, Тауэр бьет Артстайла, ну он живет этот висп. Просто такой нереальный апхил носит. Есть ТП, ловят еще и Пупея, и Сульта Артстайл забирает Пупея. How close am I?